глава Одинцовского округа, секретарь местного отделения «Единой России» Андрей Иванов в рамках проекта «Выездная администрация» встретился с жителями поселка Старый Городок. Встреча прошла на центральной площади, благоустройство которой стало главной темой обсуждения. Здесь расположены детская игровая, баскетбольная, футбольная площадки и скейт-парк. Их планируется внести в губернаторскую программу благоустройства на 2023 год. Также жители Старого Городка затронули вопросы жилищно-коммунального хозяйства, обратили внимание главы на состояние инженерных коммуникаций в подвалах многоквартирных домов. Для устранения существующих проблем будет составлен график проверок каждого подвального помещения в поселке.